Антология Уркагана. Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. На Колыме члена АПГ из Ингушетии задержали за вымогательство у женщин. В поселке Аратукан Магаданской области за вымогательство задержан член АПГ из Ингушетии. В Магаданской области задержали Султана Альтимирова, участника банды, члены которой шантажировали женщин с помощью фото и видеоматериалов. Об этом в четверг, 25 ноября 2021 года, сообщил Интерфакс. Злоумышленника поймали 22 ноября в поселке Аратукан на Колыме в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Ранее он находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». По версии следствия, 47-летний Альтимиров с 2012 по 2017 год в составе АПГ вымогал у уроженки Ингушетии деньги. Он угрожал распространить позорящие ее фото и видеоматериалы. Шантажом злоумышленник получил около 800 тысяч рублей. Так как на иждивении у задержанного Альтимирова находится шестеро детей, ему назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Задержанный 47-летний Султан Альтимиров, родной брат главаря группировки Хасана Альтимирова, которого полиция задержала в конце июня 2021 года, а также Исы Альтимирова, погибшего при задержании. Как сообщала ранее Лента.ру, братья соблазняли замужних жительниц Ингушетии, снимали с ними эротические видео, а затем шантажировали разоблачением, заставляли заниматься сексом с другими мужчинами и требовали денег.